В фойе театра развернулась выставка предметов быта сочинских грузин, которые живут в городе около полутора веков. Мебель, фотографии, орудия сбора урожая, действующая шарманка – все из частных собраний. По словам представителей грузинской диаспоры, в Сочи сегодня живут 13 тысяч представителей этого народа. Одна вера, две культуры – это грузинская и российская. Но это праздник городского масштаба. Мы отмечаем, потому что это жители города Сочи, и мы сегодня готовы созидать. Свою культуру показывать, свои знания показывать, делиться с ними и жить в сообществе нормальных людей. В Сочи вместе живут и работают представители 120 национальностей. Как считает глава города Анатолий Пахомов, умение находить общий язык – одно из главных преимуществ нашего многонационального города. Это действительно большое богатство, которое имеет город. И мы, сочинцы, во время Олимпийских игр достойно представляли Россию. Мы проявили такое гостеприимство, которое до сегодняшнего дня на устах наших гостей во всем мире. Концертную программу фестиваля подготовили городские творческие коллективы, ансамбли «Иверия», «Эмирети» и «Русский сувенир». Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.